Thank you.
Садитесь.
Куда прикажете? Да, хоть куда нога болит. А чего взяли? А вы ходите с палочкой. И палочка трос. Что? Зачем вам нужна эта палочка? Не палочка, а трос. Зачем оно вам нужно? Вот это зачем? Покажите мне вашу кошку. Поглохли? Я не могу. Она ушла гулять. Она кошка. Она гуляет сама по себе. Не считай. Вы развесили объявление. По всему городу на каждом столбе продают котят. Но котят у вас нет. Кошки. Издевательство над клиентами. Куда могла уйти ваша кошка? Вы жили на 16 этаже. В обманщика лгун. Я думаю, тут не просто так. Потому что вы нет скуки умираете, нет. Я думаю, что кто-то сейчас войдет сюда. И стукнет меня по голове чем-нибудь тяжелым. Потому что он нарочно, специально, продуманно завлекает людей объявлениями, типа продаю котят. Сами работаете на мафию, на мафиози, которые заселили там тут. Зачем вам нужна эта палка, если ничего не болит и нога цела? И снова, это не палка, а трость. Богатые люди всегда ходят, опираясь на трость. Ходят, опираются, сжимая пальцами на полтажник. Ходят, опираются. Зачем? Что зачем? Зачем богатые люди ходят и опираются, Для красоты, Азия. Это вполне понятно. Это вполне понятно. Итак. Я написал объявление, не продаю котят. Я написал объявление, отдам хорошие руки. Котят – это большая разница, огромный подтекст, невероятная глубина за этими словами. Это значит, что пожилой бедный человек отдаст бедные, но благородные руки своих
хотя свое сокровище, можно так сказать, он не ищет выгоды, не стремится заработать, не занимается бизнесом, вымогательством, нет, он просто хочет помочь живой природе размножаться по неволе. А вы сказали, богач. Да. Что ж, это минус не в вашу пользу. И потом. Это значит, что руки у вас нехорошие. У вас плохие руки. У богатых людей руки всегда плохие. Что ты, невеста, сказал, если что у богатых людей эти плохие руки? Кто? 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 Пожалуйста, пожалуйста. Максим, я прошу, ты скажи ему, чтобы он ушел, я не могу. Максим, ну он тебя послушает, он тебя уважает. Он хотя ты хороший батизбик, Максим. Ну скажи, ну дай ему голос, чтобы он ушел. Ну. Не хочет. Боится. Нет, правильно. Боится. Нет, правильно, с таким, как вы, свяжись, потом себе дороже пойдет. Вот так. Себе дороже потом пойдет. Бывает. Прошу, все, прошу. Ну прошу, надо, ну. Ну, я же не могу милиться, брат. Ну, идите, выйдите. Мы с моей нюней. Чисто.
светлый. Отзывчивых руках, руках, запятанных кровью. Да мы с моей нюней! Честный человек. Пришел, понимаешь, в дом, в чужой дом пришел, понимаешь, явился с дубиной, с палкой. А может, у вас в этой самой палочке пистолет или ножик с пистолетом? И вы меня хотите застрелить или зарезать? Застрелить! Или зарезать, или сотого мазохиста. Oh!
хватит? Не хватит. Зовут да нет у вас никакой нюни. Сами же сказали. Я как вошел сюда, сразу понял, что нет тут ничего, никаких нюнь. Нюни вы сам. Я это слышал. Уходите, пожалуйста, только дверь. Посильнее захлопните, она плохо закрывается только ударом. 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 По голове. Тогда. Вы не уйдете? Нет, конечно. Я любопытный, да нельзя сказать. Я должен понять до конца, зачем вы развесили объявление. Пусть я рискую жизнью, но я выведу вас на чистую воду. И вас, и вашу кошку, и вашу мафию, и вашу коррупцию, нюня. Операция нюня так называется. Знаете, кто? Знаете? Знаю. Нет, вы не знаете. Ну кто?
Мордашвили. Ой, самый натуральный. Пришел, ворвался ко мне в дом, устроил обыск, допрос, ищет какую-то мафию, смотрел с криминальных историй, начитался детективной литературы, и никакой жизни вы не рискуете. А стукать вас по голове смысла не туда пустая, извините, на все вокруг. Богач. А пахнет от вас вокзал. На вдали не пахнет. Да вы весел, как будто и снимок, как побили. А вы, ну, точно вошли. У меня нет смысла толкать вас. Вас так не вырасыпитесь, а ну? Сами вы к нему дошли. Нет, сами вы. Ну, тут нельзя. Тут нельзя, ну? 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 Ну! Я буду тебя у вас толкать. Мне и так хорошо. Очень хорошо. Господи, Господи. Я понял. Приглашаю за кокетами. Сам устраивает тут всем концерты. Жемчуг, понимаете, все специально приготовлено. Высшая степень шизофрении. Конечно же, он бывший артист. Не, неудавшийся артист, которого выкинули из театра как балласт. И правильно сделали. Заслуженные Мудашвили Татарской республики. Таджикской. Какая разница, Юра? Строят театр, одного актера. Расплакался, раздвоился. Ну зачем вы про кошку придумали про мафию? Можно сейчас как-то по-другому развлекаться. Телевизор смотреть. Тоже не иметь фильм всю разные фильмы. Но все равно хватит. Нюня. Плакса. Ну все, хватит. Слушай, а зачем вам два телевизора? Не ваше дело. Вполне понятно. Вполне понятно. Вы смотрите две программы сразу, как Цезарь, да? У Цезаря не было двух телевизоров, и вообще не было телевизора. За счет два. Моя подружка, да, девочка в снегу, девочка в мурачку. Выйти не могу, давно ушел из дому, но помню до сих пор, и он совсем сонный, уральский разговор. Даже если на вас есть, то это издевательство над животными. Уходите! Да, издевательство. Ну, посмотрите сами. Вот где бедный Нюня тут будет? На балконе сидит. Не видит земли, неба, солнца. Это к тому же опасно для нее. Она что, по стенам лазит? Нет, нет. Но вот где ей тут бедной Нюне разгуляться? Где она может разбежаться? Где она может поточить свои коготочки? Где она может досыта половить мышей? Где? Тут простора вообще нету.
16 этаж. Уходите! Ради этого вашего окна
Я согласен подарить ему временно. Временно мысли о вечном. В моем аду. Мы поменяемся. Но именно совсем нет. Потому что я иногда тоже хочу думать не о небе, не о рае, как тут у вас, но и о баде, в который я так или иначе попаду. Мы поменяемся. Я иногда буду жить в вашей квартире, а вы иногда в моей. Хотя бы по неделе. А то скучно. Поменяемся, да. Скушаем? Это вам скушаем. А не мне, поменяемся квартирами по неделям. Может, тогда еще и жены поменяемся. У вас есть? Есть. Есть, есть. А у меня нету. И никогда не было. Старых вас всякое. Я не хотел, не хочу. Семьи, жены, детей. Дети. У вас нет водки? Есть. Дайте, если не жалко. Не жалко, но у меня в холодильнике. Я еще ее и социализм покупал. Если не пищу. Оно стоит не свежее. Не буду. Так а что вы сделаете? Вот. Кстати, без социализма вот лучше было. Кстати, куда вы? Я на кухне в холодильник. А? Ну вот, да, в холодильник. Надо принести две стакана. Я сам. Принести мой холодильник? Понятно. Зачем? Я должен знать, что у вас на кухне и в холодильнике никто не сидит из мафии. Ну, что вы сказали, идите. Куда? На кухню. Нет. Что? Пойдемте вместе, вдвоем. Пойдемте. Господи, он доведет меня до второго этажа. Давайте спускаться. Идите, садитесь на место. Будем.
буду ждать вашу кошку. Сидят двое и молчат. Я стоял, вы сидите. Значит, стоят двое и молчат. Тоже хотели отдать мне свой телевизор старый, но есть и звук, есть изображение. Но я отказался. Я говорю, зачем мне три телевизора? Включить не надо. У меня дома Соня. По диагонали. Мягко. Два. И по вертикали метр 94 с половиной сантиметра. Во всю стенку стоит. Правда, редко смотрю. Ну как? А я бедный. Поэтому я всю жизнь слушал только радио. Даже когда с ним жил. А потом вот соседи пожалели, подарили сразу два. А вообще раньше я телевизор смотрел. У них очень такой большой экран был во всю стенку.
Очень хорошо все было видно. Да. Вот они шторки не задергивали. Ой. Они поэтому телевизор, да. Гадости мы по вечерам смотрим. Thank you.
пластинку, включаю кнопочку. Бьется музыка. Я закрываю глаза и танцую, танцую, танцую. Улетаю куда-то далеко-далеко и мечтаю о чем-то. Знаете, как она умерла? Кто? Кошка? Нет. Не кошка. Утром мы как обычно завтракали, как всегда вместе, как всегда. За нашим кухонным столом, и я рассказал ей старый анекдот. Хотя обычно мы во время завтрака молчали. Она знала анекдот, но рассмеялась из вежливости, не желая меня обидеть. Она болела, ей было больно, она страдала. Из больницы ее выбросили, узнали воза, сказали, зачем удлинять ее страдания. И вот я, сидя здесь, кусал кулаки от того, что знал, что она в той комнате лежит на кровати. И от боли кусает подушку, чтобы не страдать. И вот тогда я понял, что понять и принять боль другого человека можно только когда любишь этого другого человека. Я ее любил всю жизнь. Но мне иногда казалось, что она такая маленькая, такая красивая, такая стройная. Она меня не любит. Вот однажды, задолго до нашего последнего дня вместе, я как-то ночью совершенно случайно вошел к ней в комнату и увидел, что она сидит на кровати, складывает мои выстиранные рубашки. Thank you.
меня. Я больше никогда не убью. У меня не было смертного платья, она не приготовила его. Она считала, что это плохая примета заранее готовить платье на смерть. Дай меня сдержал свое слово.
Я же только слегка прикоснулся. К тому же, это не резиновая дубинка для разгона демонстрантов. Это обычная деревянная палка. К тому же она внутри совершенно пустая. Я купил ее в антикварном магазине за сумасшедшие деньги. Там внутри свинец, а вы ударили меня ею по голове. Нет там никакого свинца. Там внутри воздух. Отпустите, пусть бежит себе куда хочет. Я буду отрывать ей ноги, бросать на пол. У вас чистый пол, и все видно. Бросать и смотреть, как они дергаются. Полы его моет, а не заводится от грязи. Я забилась от того, что я хороший человек, понимаете? А если даже она, они так редко живут в квартире, значит, это не просто так. Может быть, это душа моей жены, не смейте ее трогать. Еще скажете, взлете душа кошки. Я не верю переселение душ. Нет переселения душ, я материалист. Ни ада, ни рай, тоже нет. Твой пес.
Их там, в том свете хороших, столько, что некуда складывать, некуда девать. А тут дерьмо от нас. Ты пришла, дочка моя.
Ты услышь меня. Пришла. Ну, пришла. Пришла. Я здесь. Пришла. Долго ходила, но пришла. Пришла я твоя имя. Девочка, радость моя. Услышала, что ты зовут. Еврейской Пасхи прожил. Там, на подоконнике, несколько объявлений о котятах. Возьмите, развесьте у себя там, где вы живете. Может, откликнется живая душа. Мне нужна живая душа для котят. В Люблине будет много котят. Я это мою животику чувствую. Они там шевелятся, стучат ножками. Возьмите. Прощайте. Здравствуй.
Thank you.